Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня покажу вам маминых красоток. Они как раз в самой такой красе, в распуске. Очень мало орхидей, которые еще на стадии такой бутонизации и еще не распустились. Но в основном все уже цветут и очень красивые. Вот эта красотка, мы ее купили на оценке. Вообще, в принципе, наверное, процентов 80 маминых цветочков это реанимашки, да, которые там оценки, которые она покупала там в Оби или в Леруа, вот, и мы их восстанавливали. Вот это, кстати, мы покупали на рынке, там же, где я брала орхидеи по 50 рублей, но эту мы брали, по-моему, за 200, если не ошибаюсь, но что-то в районе этого. Вот, она была без цветочков, мы увидели, что там были сухие цветочки, такие беленькие. Вот, мы ее посадили, и она тут же дала цветонос, не нарастив, в принципе, корни. Ну, с корнями у нее, кстати, было более или менее все хорошо. У нее не было тургора, но она его восстановила буквально за неделю и тут же дала цветонос. И с тех пор она цвела 2,5 года. Потом я уже сама взяла, обрезала ей цветонос, чтобы она наращивала корни. Но она, недолго думая, дала сразу же опять цветонос. И вот такой вот он, смотрите, разветвленный весь. Вообще в этом году у мамы практически все цветочки или разветвленные, или дали по 2 цветоноса. Вот, покажу вам вот этот экземпляр. Это огромная-огромная орхидея. У него вот такие вот листья, прям как пластмассовые. Мы его немножко повредили, потому что здесь вот уже занавеска, да. Мы его крутим-крутим, и вот нечаянно повредили. Есть цветонос, и вот смотрите еще какой. Цветы огромные. Именно вот эта орхидея, она прям орхидея-гигант. Вот. Она растет в такой вот большой вот вазе. Вот он цветоносик у нас. Очень толстый цветонос. Она всегда, в принципе, растет. Смотрите, вот, да, в палец толщиной. Цветонос. И очень крупные цветы. Вот такие красотки. Так, вот это тоже было куплено на оценке. Не знаем, какого она цвета. Кстати, распустится, посмотрим. Вот это еще такая, как... Я даже не знаю, она просто или миди, или мультифлора. У нее очень нежные розовые цветочки. Попробую развернуть аккуратненько. Ой, какая прелесть. Вообще у мамы получилось, что на этом окошке вот все розовенькие. Не знаю, какая вот эта распустится. Вот какой. Так, фокусируй. Такого цветоносика у нее. А мама те, которые мини и миди, она их не подвязывает, и они у нее такими вот каскадами цветут. Большие, конечно, нет возможности не подвязывать. Она мечтает, да, о том, чтобы соорудить, может, какой-то стеллаж или полку, где не нужно было бы подвязывать цветы. И они спускались такими каскадами. Она уже думает как-то убрать занавески, повесить жалюзи, чтобы цветы, да, спускались с подоконника такими вот каскадами. Ну, пока это только мечты, мечты, какие-то мысли, да, свои. Вот, может быть, у кого-то есть такие, да, вот, не знаю, может, у кого-то, да, так растут цветочки, что вот прям с подоконника, каскадами, как-то вот без, нету занавесок на окнах. Сможете даже в комментариях мне написать ссылку, я обязательно покажу маме, как у вас растут цветочки. И переходим на следующее окошко. Это орхидейка моей бабушки, она тоже всегда красиво цветет, практически без перерывов. Это мама и детка, посаженные в одну вазочку. Я вам их уже показывала, вот такие красоточки они. Цветут абсолютно одинаково, ну, это и понятно, что это мама и детка. Вот эта орхидейка так и продолжает крутить листья, не знаю, что с ней уже делать, скорее всего, я ее пересажу. Здесь еще где-то стоял маленький дендробиум. Вон он так и стоит. Не знаю, что с ним делать. Он бульбы растит, потом сбрасывает листья, потом опять растит, не знаю. А вот такая вот красоточка у бабушки распускается. Остались вот еще несколько бутончиков. Будет очень такое красиво. Ведь они не подвязанные, просто вот так вот будут свисать. Очень красиво. Тянутся к солнышку. Вот, тут еще такое прям пышно-цветковое окошко. Мне нравится вот это прям как невестушка. Она цветет в 2 цветоноса. Такие вот милые очень цветочки. Белоснежные, такие красивые. Она уже потихоньку начинает цветать. Тут еще сняла один цветочек, который завял.
очень красивая, нежная такая, да, вот хотя просто белая, но это сама нежность, очень такая красивая орхидейка тоже, видите, она мама не подвязывает, и они просто спускаются вот так вот каскадами, очень красивая. Здесь орхидейка, вот она дала, получается, боковую веточку, но на боковой веточке всего лишь один цветочек, но факт остается фактом, что она тоже поделилась. Эта орхидейка такого очень красивого цвета, причем цветочки разные, видите, вот почему-то на боковой веточке он более оранжевый, а здесь более такой вот розово-бордовый, что ли, очень красивый. Они так почему-то отличаются, смотрите, на основной веточке какого цвета цветочек. И на боковушке. Хотя не знаю, может быть, они просто распустились раньше. У меня есть одна такая орхидейка. Чем раньше распускается цветочек, тем он становится такой более насыщенного розового цвета. А новый цветочек, он такой кирпичного цвета. И потом плавно переходит опять же в такой розовый. Вот, это может быть точно так же. Не знаю, надо у мамы, кстати, спросить. Я думаю, наверное, скорее всего, он открылся такой вот недавно совсем. Поэтому он отличается цветом. Не знаю, даже, наверное, вам разверну. Покажу вот так ее. Какая красота, да? Очень красивая. Причем каждый цветочек, да, он своего какого-то цвета. Этот поярче. Этот побледнее, этот более розовый, этот вот более такого кирпичного цвета. Обожаю такие орхидейки с разными цветочками. Поставим обратно. И вот эта красотка, она тоже потихоньку уже начинает отцветать. Вот, но у нее она цветет в 3 цветоноса. Вот это 2 новых цветоноса и вот этот старый. Он тоже старый цветонос, весь подавал боковые почки. И 2 вот новых цветоноса, да, вот этот не поделился, да. А вот этот, по-моему, поделился, если я не ошибаюсь. Мама как-то все зафиксировала. Не буду, конечно, наверное, тут лазить, трогать. Но факт есть факт. 3 цветоноса и основной, вот, да, цветонос старый, он еще и поделился на много-много веточек. И вот буквально пару недель назад это было намного более такое пышное цветение. Вот видите, вот здесь были цветочки, они уже опали, вот засохли. Кстати, магазинное цветение было более яркое. Вот эти точечки, они были по всему цветочку. Белых вот таких вот листиков не было. Они были как усыпаны звездами. Такие вот были... Вот, вот так вот все-все-все цветочки. Но домашнее цветение вот такое более скромное, я так скажу. Здесь у нас стоит вот такая вот припыленная, розовая, какая-то очень красивая орхидейка. Я не знаю даже, как описать ее цвет. Вспышка не передает, да, вообще вот из-за вспышки камеры. Но, в принципе, да, вот дальний цветочек, он очень похож, да, вот на натуральный ее цвет. Вот так вот, наверное, я как-то покажу. Ой, вообще она такая классная, ее цвет просто не передать словами, какой-то пудровый, я даже не знаю, розово такой серебряный какой-то цвет, очень красивый, она вся поделилась. Кстати, вот в предыдущем видео я вам про нее рассказывала, то что мы никак не могли избавить ее от мучнистого червеца, чем мы только не травили, он постоянно появлялся буквально через пару недель. И как только посыпали мы золой вокруг, вот здесь вот все, пропал мучнистый червец, и она вот выпустила цветоносы, и они тоже все-все-все поделились вот такими красивыми, прям пышными букетами. Орхидейка просто нереально красивая. Название ее я не знаю, но она просто божественная. Она вся переливается вообще. Здесь у нас еще стоит желтая орхидейка с деткой, 2 цветоноса, пока еще не цветет. Здесь стоит детка дендробиума, которую я пересаживала на видео, да, есть видео на канале. И стоит пенечек от орхидеи, тоже уже с деткой. Мама купила ее, не знаю, может, нечаянно залила точку роста, не знаю, что с ней произошло, но она, да, точка роста сгнила, и вот у нас уже деточка. Кстати, она уже так давно стоит, она отрастила одну детку, тоже ее почему-то сгноила. И сейчас я не знаю, что у нее прям какое-то вообще системное поражение, да, и посмотрим, что будет с этой деткой. Я уже маме сказала поливать ее аккуратно по краю, ни в коем случае ее вообще не пшикать, не трогать, просто проливать по краю водичку.
Посмотрим, может быть, это поможет. И напоследок цветет здесь вот на окошке только одна вот эта орхидейка. Тоже очень нежная такая, красивая. Вся тоже переливается. Всего лишь у нее три цветочка будет. Это боковое ответвление. Здесь у нас еще стоит, ее называют черный принц, черная бабочка. Какие названия только на ютубе не слышала. Это у нее необычные такие вытянутые листики. И она практически черного цвета. Очень красивая орхидейка, но она обычно цветет где-то весна, лето. Вот так вот. Зима — это не ее время. Поэтому мы от нее ждем чуть-чуть попозже цветения. Вот и эта орхидейка тут еще, она отцвелась. Кстати, она всегда цветет буквально 2-3 цветочка. Один раз у нее только было 2 цветоноса, и на каждом цветоносе было, по-моему, по 3 цветочка. Пышно она никогда не цвела, ее нужно уже пересаживать. Она вот так вот завалилась, у нее там куча корней, ее нужно будет пересадить. Может, тогда она нам даст более такое пышное цветение, да, цветонос на большее количество бутонок. Вообще, вот это окошко, оно уже просто процвело. Здесь вот поэтому у нас ничего нету, кроме вот этой боковой веточки, да, которая цветет. У мамы осталось еще одно окошко, но там орхидейки вообще не цветут. Там, получится, две реанимашки. Одна орхидейка, которую мы покупали за 50 рублей, но она тоже не цветет, она летом отцвела. В принципе, я не буду его вам показывать. Сейчас я показываю вам именно цветущие орхидейки. Поэтому на этом я закончу свой обзор. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!